не согласен считать себя ничтожеством. Надежда, упорство. Чтобы нас было меньше, чтобы протест остановился. Нет у России больше конституции, нет у России больше права. Той России, на которую мир смотрит. Вон из Кремля. Мы должны уничтожить эту воровскую путинскую монархию. Наталья Чернышова. 1 миллиону рублей в год с каждого дома. Хотим ли мы, чтобы нас...